На судостроительном заводе «Лотос» в Астрахани завершается строительство двух опорных блоков ледостойкой стационарной платформы «ЛСП-1», основной производственной платформы, предназначенной для бурения и эксплуатации скважин. В ближайшее время опорные блоки будут отбуксированы в море и установлены на глубине 7 метров. Общий вес двух опорных блоков – около 5000 тонн. Длина каждого более 28 метров, ширина почти 24 метра, высота 16,5 метров. Опорные блоки будут закреплены ко дну моря 20 сваями, каждая из которых имеет диаметр более 2 метров, а их общий вес превышает 4000 тонн. Сваи забиваются в грунт на глубину до 60 метров, надежное крепление рассчитано на возможное экстремальное воздействие льда, волн и землетрясений. На заводе «Астраханский корабел» ведется строительство верхнего строения «ЛСП-1», которое будет установлено на опорные блоки в середине 2014 года. Еще на одном астраханском заводе «Красные баррикады» строятся опорные основания и верхнее строение жилого модуля, а также опоры для райзерного блока и центральной технологической платформы. В астраханском поселке Ильинка завершается подготовка монтажно-сборочной площадки для укрупненной сборки гидротехнических сооружений и их погрузки на баржи для транспортировки на точки установки на месторождение.